Всем привет! В эфире «Универ Новости», а в студии Максим Мартынов. Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин принял участие в открытии семинара совещания с руководителями передовых инженерных школ. Мероприятие прошло на площадке научно-образовательного центра Высшая школа нефти в Альметьевске под председательством министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова и раиса Республики Татарстан Рустама Миниханова. Раис Татарстана подчеркнул, что в настоящее время республика, как и вся страна, очень нуждается в специалистах инженерных и рабочих специальностей. Эффективную работу, по мнению Рустама Миниханова, нужно начинать проводить еще в школе, давать ребятам хорошие базовые знания, а также вкладывать средства в лаборатории и ресурсные центры для подготовки инженеров. 20 апреля прошел второй заключительный этап всероссийских судебных дебатов. В этот день объявили результаты команд по итогам первого дня. В полуфинал вышли 14 команд по уголовному судопроизводству и 16 команд по гражданскому судопроизводству. После финальных испытаний были выявлены победители всероссийских судебных дебатов. Ими стали команды из Казанского федерального университета «Алга вперед» по гражданскому процессу и защитное обвинение по уголовному процессу. Торжественное закрытие всероссийских судебных дебатов 2024 состоялось в атриуме Верховного суда Республики Татарстан. Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков прибыл в Казань. В рамках его насыщенной программы есть как минимум одно мероприятие, которое студенты и сотрудники вуза запомнят надолго. Валерий Фальков посетил обновленное после ремонтных и строительных работ общежитие Казанского федерального университета номер 6, а после торжественно вручил дипломы и денежные сертификаты молодым семьям вуза и студентам, особо отличившимся в учебе. Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков посетил обновленное общежитие Казанского федерального университета номер 6. Экскурсию для государственных и политических деятелей России и Татарстана, ректора вуза, провели студенты во главе с директором департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания Юлией Виноградовой. Коллеги осмотрели учебные, жилые зоны и места общего пользования. Студенты поделились впечатлениями от условий проживания, образовательного процесса, рассказали о своих увлечениях и жизни в столице республики. Показ обновленной современной кухни студенты решили совместить с чаепитием. Сейчас очень важное место вообще в общежитии – это кухня. Да. И поэтому не только, чтобы было место для близкого приготовления, но для нас было важно, чтобы это было место еще для общения. Потому что они действительно проживают с разных уголков России и стран мира, поэтому вот это такое уютное место. Оно комфортно. Мы все студентки Института экологии и природопользования, но мы сюда приехали учиться с разных регионов. Давайте сядем. Да, присаживайтесь, конечно. А блины кто пил? Я. Вы? Да, из Узбекистана. Из Узбекистана, о, а откуда? Татарстан. Вы, наверное, и плов всем готовите еще, да? Пока всем не готовила, но планирую. Нет, ну ваши места заняты, да? Нет. А вы откуда? Есть Татарстан. Ну, Татарстан большой? Ларишевский район. А? Ларишевский район. Ну, это недалеко. Недалеко. Следующей точкой в маршруте общежития номер 6 стал актовый зал. Валерий Фальков и Ленар Сафин приняли участие в церемонии награждения в рамках ежегодного конкурса общежития КФУ среди комнат студенческих семей. Он касается тех, кто не только учится и встречает свою любовь в стенах вуза, но и скрепляет ее узами брака, ежедневно создает уют в своей комнате и активно участвует в разных направлениях студенческой жизни университета. Семейным парам были вручены памятные подарки и денежные сертификаты с суммой в 50 тысяч рублей. Я здесь в России есть. Семья, 2 года, мы живем в общежитии, в общежитии номер 6. Это хорошее общежитие для жить с семьей, все части все нормально. Сначала я выходим из Сирии, только я, и потом она после 2 года, потому что была карантин для короны. И Роберта закрыта. И все. И потом отправить Физа, и она была здесь. В завершение министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков вручил денежный сертификат на сумму 50 тысяч рублей студентке Института международных отношений за особые успехи в учебе и, конечно, шикарный букет цветов. Карина Саяхова, Тимур Табаров, Николай Осуховский, Александр Антонов, Аделина Абдрахманова, Универ Новости.
В Международном выставочном центре «Казань-Экспо» стартовал российский венчурный форум, в рамках которого ректор КФУ Ленар Сафин и генеральный директор «Уралхим-Инновация» Анна Нинахова подписали соглашение о сотрудничестве. Также на выставке технологичных решений был продемонстрирован стенд Химического института Казанского федерального университета. Обо всем подробнее расскажет Карина Саяхова. Российский венчурный форум можно с уверенностью назвать главным событием индустрии инновационного бизнеса. За все время его проведения, начиная с 2005 года, в деловой программе форума смогли принять участие тысячи успешных компаний и сотни новичков на рынке. В рамках форума этого года было предусмотрено более 20 мероприятий. Ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин принял участие в открытии 18-го российского венчурного форума. За все время проведения форума свои компании и стартапы представили тысячи людей. В этом году одним из ключевых мероприятий стало подписание соглашения о сотрудничестве между Казанским федеральным университетом и Уралхим-Инновация. Документ скрепили подписями ректора вуза Ленар Сафин и генеральный директор компании Анна Нинахова. Подписывается соглашение между Казанским федеральным университетом и обществом с ограниченной ответственностью «Уралхим-Инновация». Поздравляем участников с подписанием соглашения. Благодарим вас за внимание. Разработки специалистов вуза помогают в реализации сложных проектов. Компании «Уралхим-Инновация» представляют свою продукцию на международном рынке, что, по словам генерального директора, каждый день заставляет искать все новые решения для качественного и бережного производства. Подписание соглашения о сотрудничестве послужит установлению долгосрочных партнерских отношений и реализации совместных мероприятий, направленных на тестирование, подбор и разработку продукции, специализированной малотоннажной химии, а также на развитие иных перспективных направлений для нужд предприятий «Уралхим». Это нас мотивирует каждый день искать новые продукты, новые технологии. Именно поэтому мы создали R&D-центр, где внутри разрабатываем эти продукты, а также мы активно работаем с научным сообществом. И очень приятно, что у нас уже есть положительный опыт работы с КФУ. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество, а также предлагаем стажировку всем ребятам, выпускникам. У нас есть хорошие программы по развитию талантливой молодежи, поэтому всех ждем к нам в R&D-центр. Российский венчурный форум, десятки стартапов и компаний. Один из стендов представлен Казанским федеральным университетом. Проекты технологичных решений демонстрируют возможности импортозамещения от тяжелой и легкой промышленности до кулинарии, дизайна и медицины. На стенде Казанского университета были представлены опытно-промышленные партии образцов, которые получены на новой экструзионной линии. Они могут применяться в различных областях промышленности. Их преимущество заключается в том, что это суперконструкционные полимеры, которые работают при высоких температурах и обладают уникальной химической стойкостью. Как раз на основе пленочных материалов будут получены мембраны для фильтрации отработанных масел при высоких температурах, как раз где будет полностью реализовано эти преимущества этих материалов. Мы уже полученный полимер используем далее. Из него получаем, так сказать, полуфабрикат, то есть гранулят, из которого можно делать литьем изделия, либо филамент, из которого можно уже печатать детали на 3D-принтерах, или пленку уже, которую можно так в дальнейшем применять в электротехнике, как изоляторы и прочие материалы. По словам Игоря Антипина, профессора Химического института имени Бутлерова, важным компонентом успешной работы является кооперация, в том случае сотрудничество с индустриальными партнерами. Одну из технологий и установок суперконструкционных материалов коллеги из Химического института создали за 20 месяцев. Это, по словам профессора, очень быстрый результат. Мы работали с нашими, я считаю, замечательными индустриальными партнерами. Это Инжихим, это фирма, которая занимается разработкой оборудования. А второй наш партнер – это Ахмадулины, НТЦ Ахмадулины, которые занимаются реализацией химической технологии уже в реальном масштабе. Ну и Казанский университет – это фундаментальное исследование этих реакций, создание идей для получения тех или иных материалов. Отметим, что мероприятие проводится при поддержке правительства Республики Татарстан и включает в себя ряд панельных дискуссий, пленарных сессий, разделенных по трем основным тематическим блокам, посвященным преимущественно вопросам технологического предпринимательства, венчурных инвестиций и обсуждению перспектив рынка. Завершится форум 26 апреля. Карина Саяхова, Тимур Табаров, Николай Суховский, Универ Новости.
24 апреля завершился всероссийский телевизионный конкурс «Студенческий ТЭФИ», где в одной из номинаций одержала победу студентка 4 курса Института социально-философских наук и массовой коммуникации Казанского федерального университета Маргарита Михайлова. Подробнее о студенческом ТЭФИ и что нужно сделать для победы, узнайте далее. Студентка 4 курса Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета Маргарита Михайлова выиграла телевизионную премию «Студенческий ТЭФИ», присуждаемую за высшие достижения в области телевидения среди тех, кто только начинает развиваться в этом направлении. Мероприятия 10-го Всероссийского телевизионного студенческого конкурса проходили в Челябинске на базе Южноуральского и Челябинского государственных университетов. Я увидела то, что открыта подача заявок, отправила и вообще, в принципе, ни на что не надеялась. Но я даже успела про это забыть, и в какой-то момент мне позвонили из Академии российского телевидения и сказали: «Вы прошли на студенческий ТЭФИ, можете приехать?» И я такая: «Что? Ладно». Победу в студенческом ТЭФИ Маргарита одержала с работой кибермошенники, теперь используют дипфейк голоса. Это актуальная и важная тема, которая касается проблемы безопасности и новых технологий, используемых злоумышленниками. Жюри конкурса признало эту работу лучшей в номинации «Репортер». Этот статус подтверждает навыки работы по сбору информации, проведению интервью, анализу данных и созданию сюжета. На самом деле, здесь, наверное, сложилось все. И работа преподавателей в Казанском федеральном университете и тот опыт, который я наработала, будучи корреспондентом, наверное, он мне дал как раз-таки ту закалку, которая в дальнейшем помогла мне и проще взаимодействовать с людьми в обществе и, в принципе, легко, быстро, на кураже, на лайте составлять свои материалы. По мнению Маргариты, при участии в подобных конкурсах самое главное – это не бояться. Не нужно строить ожидания, а просто делать то, что нравится, наслаждаться моментом и всегда оставаться на позитиве. Победа Маргариты в студенческом ТЭФИ – это не только признание ее таланта, но и свидетельство того, что молодые журналисты способны создавать актуальные и качественные материалы на важные темы. Варвара Терехова, Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ-Новости. 17 по 19 мая в IT-парке в рамках международного форума «Казань Digital Week» пройдет «Татар-Бо-Хакатон». Участники хакатона создадут инновационные приложения и сервисы, направленные на поддержку и развитие татарского языка и культуры в сфере информационных технологий. «Татар-Бо-Хакатон» – один из серий марафонов «Казань Digital Legends». Он организован совместно с Академией наук Республики Татарстан. Одной из целей хакатона является сохранение светлой памяти о Раисе Бухараеве, крупным ученым и основателе школы математической кибернетика и дискретная математика Казанского университета, который внес огромный вклад в разработку систем и технологий поддержки татарского языка в киберпространстве и распространение знаний об этих научных областях среди молодежи. Победители призера «Татар-Бо-Хакатона» будут награждены денежными призами и дипломами, а также получат возможность пройти стажировку в Академии наук Республики Татарстан и приглашение для участия в Казань Digital Week. Призовой фонд – 600 тысяч рублей. Для участия необходимо до 5 мая подать заявку на официальном сайте. В главном здании Казанского федерального университета состоялась встреча иностранных студентов КФУ из Узбекистана с представителями администрации вуза и консулом Генерального консульства Республики Узбекистан Иркином Ташмухаметовым. С приветственной речью выступил проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Алишев, который отметил важность мероприятий, направленных на поддержку и мотивацию в обучении иностранных студентов. После чего состоялось торжественное награждение учащихся. На сегодняшний день в Казанском федеральном университете по различным направлениям подготовки и специальностям обучается около 2200 граждан из Узбекистана. В этом году это новшество, такого раньше не было. Мы решили еще и родителям отправить благодарственные письма, так как это большая заслуга и родителей тоже, в том числе. Это воспитание, это сила характера. Это за границей, я сам за границей учился, это сложно совмещать учебу, когда есть только соблазна, скажем так. Поэтому это, я думаю, что в основном это, наверное, вопрос воспитания, что они тут хорошо так учатся. На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!